В преддверии футбольного матча приветствую вас от себя, Юрия Розанова, и от Василия Соловьева, который рядом со мной. Серхио Бускетс. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Что творит Лионель Месси? Все с мячом. Может обыграть, как говорится, несколько человек. Подобные шансы не часто бывают. Как очень внешне легко мяч забрал, да, поставил корпус, правильная позиция, все хорошо. Передача, но еще бы ее не перехватили. Как себя оборона? Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Барселона добивается успеха. Счет матча открыт. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Положение вне игры, как говорится, на тоненького. Ситуация пограничная. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Это шанс! Неточный удар, и мяч уходит за пределы поля. Да, мимо ворот ушел мяч. Весьма вероятно, что самый большой километраж набегал сегодня Иньеста. Ну, а что поделать, если он успевает и в атаке, и в обороне. Такой вот он полузащитник. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Схватится за голову сейчас игрок. Разумеется, минимальное отставание и голевая позиция, а счет остается прежним. Хави. Практически образцовый отбор, показал игрок. Использует свои сильные стороны. Дриблинг хорош, он это умеет, вот и тащит. Неймар. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Попробуем вспомнить, чаще он попадает в створ или промахивается. Почему-то я думаю, что победят первые. Вообще говоря, без нарушений игроков Барселоны сдержать трудновато.
назвать и стыком. Ну, во всяком случае, мяч у игрока отобрали. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. А это гол. И с этой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря, потому что, конечно, сложиться практически времени нет, и потащить его, ну, в общем, распорядился мячом по полной проверке. Да, вратарь, посмотрите, практически не шелохнулся. Вот этого игрока мяч, безусловно, слушается, как он его контролирует. Раз и гол. Может быть, это и вправду второй Марадона, это Месси. Закончился первый тайм, счет на табло 2-0. Все идет как надо, нас ведут в тюрьму. Да, выбора абсолютно нету проигрывающей команде, потому что класс. Мы начинаем, или вернее, мы продолжаем, потому что это второй тайм. Похоже, ему передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Ави. Комбинируют игроки. Неймар. Только не торопись, не торопись, времени полно. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Серхио Бускетс. Классика отбора мяча продемонстрирована нам. Спокойно, уверенно, плотно и буквально вынужден был соперник вот допустить эту техническую помаду. Что творит Лионель Месси? Думаю, Ави! Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Неймар. Как легко обыгрывает этих ребят. Можно и прицелиться, и подать точно. Думаю, надо бить и забивать. И Барселона получает право на удар с угла поля. Скоро мы увидим, что это прежде всего. Стремление добавить в активности или просто свежие силы. Хорош защитник. Месси! И не просто отбивает, но ловит. Греха. Ну что, вынужден игрок поля покинуть, получил травму. Будет замена.
Все это уже вратарская собственность. Арбитр поднимает флажок, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Ну и вариант отыграться с помощью того, у кого силы вагон. Перевести дух. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Не получилось, придется все начинать сначала. И отбивает его довольно далеко.